мы проходим в наш личный кабинет. Для этого в правом верхнем углу нажимаем «Логин». Далее в поля ввода данных вводим свой логин и пароль. И нажимаем кнопочку «Логин». Попадаем в наш рабочий кабинет. Видим, что у нас одно непрочитанное сообщение. Закрываем окно. В правом верхнем углу видим описание наших первых шагов. И первый шаг – это заказать бизнес-пакет. Нажимаем на эту ссылку. Попадаем на страницу выбора пакета. Выбираем тот пакет, который нас интересует. К примеру, бронзовый пакет стоит 99 евро. Цифровой бронзовый пакет стоит также 99 евро и отличается от обычного тем, что не включает в себя никаких опций доставки. То есть это просто возможность начать бизнес с компанией, приобретя бизнес-место. Далее. Серебряный пакет стоит 233 евро 59 центов. Золотой пакет стоит 579 евро 18 центов. И VIP-пакеты. VIP-пакет 1. VIP-пакет 2. Эксклюзивный. Сейчас мы рассмотрим, как можно покупать эти пакеты на примере золотого пакета. Сначала выбираем язык, который нам нужен. Выбор языка нужен для того, чтобы от компании пришли брошюры именно на том языке, который был указан при заказе. Выставляем количество, один пакет, и нажимаем на кнопку «Checkout». И переходим на следующую страницу. Если у нас есть бонусная карта, то мы можем в пустые окошки ввести код бонусной карты. Ниже просматриваем наши данные. Стоимость доставки составляет 11 евро 50 центов. Ниже вид оплаты. Кредитная карта, банковский перевод. Выбираем кредитную карту, кредит карт. Далее читаем сообщение, в котором говорится, что ваша карта должна позволять производить международные платежи свыше 500 долларов. Для этого позвоните в свой банк и уточните, возможно ли это. Предупредите сотрудников банка о том, что собираетесь делать этот платеж, чтобы ваша карта не была заблокирована в целях безопасности. Теперь ставим галочку. После чего нажимаем кнопку «Купить». Попадаем на следующую страницу, где уже введено наше имя, фамилия, страна. Ниже нажимаем на кнопку, чтобы ввести информацию о кредитной карте. Выбираем тип карты – Visa, MasterCard, American Express. Мы выбираем Visa. Ниже вводим номер карты, месяц и год окончания срока действия карты. И CVC-код. Это три последних цифры, которые изображены на обратной стороне вашей карты. Введя все данные, нажимаем на кнопку «Оплатить сейчас» и завершаем наш платеж.